А что тебе еще? Дерево? Вот тебе пистолет, вот тебе патроны. На тебе дерево. Чтобы, короче, вот тебе пистолет, отвертись как хочешь, короче. Дали пистолет, пиздец. Так, тебе чем-нибудь еще нужно? Металлические фрагменты нужны, не? Да. Я ради них все это и затеял. Нет. На, держи. Надо второй пистолет взял. Так, ну что, пойдем сейчас чуваку ебашить. Ну, я не знаю, посмотрим. Ну что, че еще делать? Что-то получится, короче. Либо этот факел поналожил. Так, мне нужна жратва, чувак. У тебя есть жратва? Ну, сделай. Нету мяса? Не. В сундуках ничего нету. Че, еще костер еще поставлю. Знаете, вот я мясо вычем там рядом с костром. Угу. Оп. Знаете, Кайло. Она заебись ломает лучше всех. Окей. Больше всего урона стычки наносит. Ну пока ломать я ничего не буду. Ты там пробираешь 4 ударов, Кайло с 2. По идее, при грамотном этом. Блять, я тебе тряпки выкинул, что ли? Не знаю. Нет. Куда они, блядь, делись-то? У меня 4 тряпки есть каких-то. Не твои? А, так сюда положил. Туда ложу. Я предлагаю сейчас пробежаться по заводикам. Где ствол найдем? Где есть ствол? Ну, пизда-то, я имею дробаш. Ой, какой ты дробаш, господи! Ты с этим, блин, кого-нибудь убил сперва. Ну, без проблем. Ты, блядь, убьют тебя нахуй, ты потеряешь дробаш, не найдешь. Ну, а что ты предлагаешь там сидеть? Предлагаю тебе убить кого-нибудь и принести что-нибудь ценное. Найди какого-нибудь лоха, ты бери у него все. Должен купить пистолет, короче. Все лохи бегают с дробашами уже. И шмаляют почем зря. Честных парней, таких как я. Которые никому не хотят зла. Просто не могут, да? Ну это вопрос уже в другом. Так, все, жрачки я себе взял. Сейчас стану дожариться. А 33 пули, блядь, там особо не разгуляешься. У меня 27. Ну еще плюс отложил 27. Брони все не делал? Не. Ну, на самом деле. Что сделать? Че жарится так долго, там жарочка? Ну где моя броня, блядь, сменилась-то? Ладно. Плевать, на все плевать. Если мне порох дал, дай мне, блядь, сульфу. Ну возьми там, что-то, посмотри, где что. Ладно, пистолет, конечно. Огонь. Пистолет, кстати, неплохой. Получше берет. Урон у него самый высокий из всех. Так, ну что, пойдем или что? Ой, чуть не упал. Ну иди, блядь, я тебя догоню. Найди кого-нибудь сперва, ёп. Куда ну, пойдем? Не проблема, ну, на дорогу выйти. Ну, надо еще целесообразность, то есть, блядь, кого убивать, тоже, блядь, не любишь убивать. Есть кого еще взять, короче, ну, знаете, жертву, блядь. Я предлагаю так, справа. Короче, пойти на какой-нибудь заводик, там по-любому народ есть. Ну там народ с дробовиками есть, я уверен. Нам типа полегче, блин. Ну тогда вниз, где первая хата, там, там много было. Не пали, чувак. Че? Ну, не пали, когда с ним бегаешь. Ну, да. Я как увидел, сразу бегать начну. Да ты скрыгну. Ебать, я ноги сломал. Сука, ебаная скала. Я предлагаю, знаешь, куда сходить? Где вот первый дом там, где чуваки постоянно бегали там, валили.
там периодически прибегали, конечно, ну, не то что здесь дробашами. Ну, блин, смотри, там были. Дом был, есть там дверь, ну? И с пистолетами. Где, куда, вот это? Да, дверь есть. Винси. Сломай. Ну, блядь, это нахуй, со сломанными ногами. Ползу к тебе, блядь. Нам бы на двери железную накопить. Хотя, не знаю, какая целесообразность, конечно, ставит на тебе, это железный дверь. Ну, все равно повысит выживаемость. Ну, что ты видишь? Сломай, блядь. Я посмотрел. А внизу дом. Вот два чувака. Иди сюда. Иди сюда. Два человека, два чувака. Работай по нему. Какого права? Ага, тут. Он рыпнулся куда-то за скалу. Где он? Ты меня кроешь? Чувак очканулся, спрятался. Ну если на наверху стану. Я ноги сломал опять, блядь. Не балка. Сейчас я к тебе спущусь. Блин, ты гибко. Это если я скалу не вижу. Так, а чего ты у нас спрятался? Ну неплохо они так дом отстроили. Иди посмотри, чё. Да их нет, они уже съебались, что. Это чё за хата? Чё так долго, блядь, заебало? Просто. Чья-то времянка возле дороги. Взяли, телепортировали все и бумы. Чуваки съебались. Куда они съебались-то, блядь? Не знаю, я видел один вот за скалу забежал, но потом кто-то съебался вообще. Я не видел, чтобы он убегал бы сразу. Как-то нашел. Ты попал хоть? Не. Че, попадем до домик сломаем? Я, кстати, слышал, тут кто-то выходил из двери. Из-под, не знаю. Из этого? Блин, чуваков напугали конфетки. Пойду, полутаем. Как? Где что? Ну, вот этот. Называется через пост. Так, пост. Нет, нихуя. Ломай по дверь. Че, забраться теперь. Тут не так легко забраться в эту скалу. О. Так, это картонник. Где тут был? Если кто выйдет, он сразу не было со ствола, так было. Ты бежишь? Да, ты. А тут. Вот он, чувак. А, он. Корявый дом. Ломай, блядь. Стреляешь? Или ломай, блядь. А, это он стреляет, у него лук. Ну и что, ломай дверь. А вот он, дверь. Ты где кроешь-то? Давай. Чё, чуваки? Да ладно, не стреляй, перед дверью. Если он откроет, бегай, руби его на лук. Торит, да? Наверное, обосрался. Сейчас его завалим. Пойду дерево. Я думаю, от пистолета толку не будет. Мы сразу забежать рубить начали. Да не, ты стреляй, я буду рубить, что. Если он от тебя кинется, то, потому что если я забегу в дом, то... Он что-то пиздит. Что не убивали. Давайте мир. А что ты хочешь рубить-то? Они тебя ебашат? Я не знаю этого чувака, который это вижу. А что мне тут делать? Меня ломают ублюдки.
тебе сразу шотган. О, блядь, я поголодался, пока ломал. Где ты стал, блин, вообще пить? Ну, тихо. Да это откроется, блядь, сразу бега рубить. Сейчас я с тобой зайду туда, не точно. Открыть, мне, конечно, интересно, нам вторую дверь не стоит поставить? Я на моем месте вторую дверь живота веду. Пацаны, давайте не... А, вот чувак пишет. Урализин. Зер. Че, мы, может, пощадим чувака? Потому что не пойдешь. Что вы творите? Чего творите? Смотря похуй, что ли, я не знаю, что вообще делаю. Ты мне говорил, давай играть, блядь, я играю, блядь. Не мирных же чуваков убивать. А кого, блядь? Дробышами? Ну да. Хули мы тогда ёбнулись? Чувака со стволами. Пошли искать со стволами, блядь, чё. Че, я дверь доломаю? Если он не кинется... Ёбки. То это самое, то не будем его делать. Если кинется, то пизда ему. Ты чисто просто уже взялся дверь ломать, не сломай дверь. Ух ты. Не, ебанул? Все тоже никогда не попадает. Стоп. Ебать. Так, чувак, тихо. Че такое? Тут еще идет. Сзади, сзади бежит. Блять, шмаляют. Я убер. Ебать, завись. Рестарт, рестарт. Ебать. Заебись. Тут киллари, короче. Бля, не заебосили. Ебать. Ничего себе, чувака надо ебнуть. Заебись, да? Только стреляет, он приходит, себе жопу дорвет, блядь. Да, да, да. Вот и поиграли. Чувака убили. На всего на положил. А где он там? Походим, посмотрим. Не пали там, короче. Ну ладно, сходи. Смотри, я уже заебался, блядь. Это просто пидарирует. Сюда приходит, тебе какой-то выблядок наебает. Так, а где они были, внизу? Да, там. Сходи, может что-нибудь забрать, может как-то вроде, конечно. А, не несу, не везу. Ха-ха. Да, надо было... Типа, не позаводик. Не что, там бы такой же чувак перед был бы наш, он убил бы нас двоих. Ну, наш на ствол. Но упали, облетали. У нас был ствол, нам это не помогало. А вот, посмотри, это не очень. Нормально. Нужен дробаш, так пришел бы сейчас, но он нахуй ощутил. Ну да, ну да. Мечты, мечты. Так, ладно, я сейчас возьму топорик, не приду. У тебя дерево есть? Я. Я тебе все отдам. Блять, меня бы сделал пистолет, но мне не хватает дерева. Так, ну жачек, кстати, сейчас отдай. Не, ну это заебись, я считаю, играть, конечно. Все как-то выглядит стрелял, но... Хоть раз не попал. Чувака в этого? Да. Нет. Хули, я зашкинулся сзади, за дверью. Он такой подбегает, такой хуяк сейчас забил. Я думал, сейчас он войдет, я хотя бы раз у него высажу. Пульку. Пуль. Он там все уже сейчас молодец. Ну мне прикалывать, мы на чувака мальчика посадили. Чувака, за что, зачем?
Сломали чуваку дверь. Поломали чуваку жизнь. Поэтому мы там два раза убили. Такие, мы его один раз убили. Вдвоем стреляли. Хуй убили. Потом это и пришел, и сразу убил. Его еще и нас убил. Вообще жесть. Ну, мы по своим мычкам побежаться на станцию. Киллар собрал, хочешь убиваешься. Да. Блять, вообще все забрал, блять. Блять, жадный тварь, блять. Да? Ничего не оставил, блять. Ну, человек, наверное, тут больше не будет там жить. У него там, кстати, осталось, блядь. Там еще второй живет. Чуваки там остались, в принципе. Он, наверное, у второго кореша остался. Ну, его лежанка там осталась, чё он, блядь. Убили его там три раза на резку, чё. Дерево не найти, блядь. Что прекрасно, это дерево, блядь. Да чё-то заебался, если честно, блядь. Это хуйня, блядь. Полная, блядь. Ты пидоры, блядь, не спрятал. Типа они не злобные. Я не знаю, в чем они, наверное, в кевларе с ходов, с дробашами. Ебать, не злобные. Шмаляют. Ебать, у них патрон дохуя, они не шмаляют, прикинь, чувак. Они ее не сломают, по-моему. Хотя, наверное, урон идет, но не существенно. Можешь не читать. Если с дробаша ебашит дверь? Ну да, по идее, идет урон. Раз, раз, тут. Ну не нормально. Я зашкирился, оставил, жду. Кто говорил? Слушай, бро, вот, раз, раз, у вас еще есть вот типа такого же ник, как у тебя, теперь только со значком радиации. Слушай, будь добр. Так это я со значком радиации. А, это ты. Они тебя вломили? Вот, значит, меня и убил, все. Все сходится. Или что? Они его вломили. Я не знаю, я ник, наверное, не видел. Я вас не стреляю. Да ладно. Короче, чего-то я тебе говорю, как-то так и получилось. Ладно. Давай, все, короче, мир у нас. Блять, хули они около моего дома забыли, шлюхи сейчас. Первый, кто зайдет, получит полео с эмки. О, все, посъебались. Неужели? Я думаю, они недалеко ушли. Так, ну что, крафтим дверку. Это ты там на улице бегаешь? Да. А, заебись. Пошел смотреть, что там за беспредел творит сегодня. Ты иди там будку какую-нибудь найди около этого самого домика. У тебя дверь есть для будки? Я взял дерево. Ну это самое. Ну не факт, что я добегу. Ну ты постарайся, мы в тебя верим. То есть на Наде будешь, я сейчас туда тоже побегу. Я тут тоже сейчас поищу, когда. О! Ага! Еще одну дверь запилил, чувак. Обманный маневр. Так, кабанидзе. О, кабанчик. Это хорошо тут стал. Что такое? Блять, лук виднее. Здесь не понятно. Я, кажется, нашел, где взорвали. Нас? И что там? Серьезный домик? Ну нормально. Такой высокий, короче, рядом с нашим. Ну походу он прорвался в мастерскую, короче, все, наверное, вынес, что-то было, короче. И все. А больше мне, походу, не хватило взрывать. Ну, нашел парочку C4. Вот, вот поэтому я думаю, нужно до хрена дверей поставить. Первый этаж, походу, ложный в этом доме. Да. Вообще ничего нет. Ты все выше, короче. Это разум, на самом деле.
Нам тоже надо как можно выше запиливаться и не делать так, чтобы нельзя было пристроить ничего. Да-да-да. Вот поэтому я шипов понаставил, домиков понаставил. Около дома они уже не поставят там ничего. Все не поставят, Шурик. Ну да, как, ну это надо дом сначала, этот мини-домик сломать. Буквы это ебаные. Ну он ломается, блядь, за 5 минут. Блядь, слушай, чё, ебать плакать начал. Да. Так, я ближе к этому подхожу, к заводу. Дохуя всяких домов разломанных, пиздец, нахуй руины ебаные. Ночь скоро, куда мы на ночь глядя? Если бы антипристроек грамотных нет, то это пиздец дома. Этажи не спасают. Надо только то, что канает, только то, что взрывчаткой взрывается. А то, что можно разбить топорами, это не серьезно. Блять, не понастроили какую-то крепость, блять. Блять, медведь, сука. Нету домиков с этой с дверью. Да медведь. Нужно дерево. Ай, зомби ебаный, иди нахуй. И нахуй, ёпта. Зомби-бой. Иди нам нарь. Бля, сейчас темнеет, я хуй знает куда бегу, где дом наш. Ебать, нормально. Че, тебя убили? Нет, он шмаляет. Надо вот тут везде, чтобы они через щелки смотрели, везде ящиков понаставить. Чтобы вот они через... Может, здесь можно сделать. Нормальное местечко такое. Только нужен потолок, короче. А ты в доме? А, это дверь, она не подойдет. В нашем? Нет, я тут лазю еще. Да. Тут кто-то заливает, короче. Я слышу. За милую душу. Видать, оно того стоит, но. Так, только тут взрывали, нихуя у нас. Опа. Я знаю, куда я пойду. Да? Пойду наверх хатурну мою. Сюда, конечно, далековато бежать, но зато там классное место. Так, мне нужно дерево. Это игра про страх. Страх. Про страх и беспредел. Все хвалят по беспределу. Тут есть за, или... За что они? Так. Или беспредельщики есть, или, короче, это... терпилы. Учебник бандитизма, блядь. Эта игра учит плохому, надо ее запретить. Как какой-то министр там это самое. Это что чувак захватил там в школе одноклассников, да? Слышал новость. Вот. И это как его? А чё, зачем все? Ага. Вот и типа убил этого как его учителя, а мента убил какого-то. Вануса его застрелил. Вот прикинь, реально с дайбашом пришел в школу, сука. Наверное, он в раз переиграл. Вот, и это, министр там какой-то говорит, надо запретить GTA, поэтому. Пали, по-моему. Сука, хлебом не корми, надо GTA запретить. Уже сколько раз пиздец это не GTA. Че, нет, не понес. GTA, помимо GTA, по-моему, игр дохуя есть. Нет, блядь, GTA во всем виновата. Блядь, какой чувак опять бежит. Ну что такое? Так, я будку сделал, нет? Я будку сделать. О. Сейчас будку скрафчу и подбегу поближе к этому заводу. Поставлю. It is dead. Так, это все положено. Так. Это надо было железную дверь надо было сделать, с собой взять. Железо уже нет, я уже потратил на дверь. Mm-hmm. Ну там нужно может еще добывать. Было переварить, наверное, можно было. Оп,
Все, будка есть. У меня есть будка, дверь в будке. И спальник. Что вы заебали, ебать шмальба, сука. А у меня, кстати, не слышно нихера. Ой. Так, это что-то положу пока. Кстати, в нашей стороне шмальба-то, блядь. Да, по-моему, нет. Нет. Да, вот около леса, около нашего. Ну, я не слышу вообще. Вообще не слышу ничего. Вообще? Шмалит, блядь, заливает по полной, но. Да, чуваки вот заебутся, я чувствую. У нас дом выносить. 100 дверей. Скажи, да ебись, оно все колом, эти двери. Нахуй мы связались с этим домом. Есть вопрос только в том, достаточно ли ты лута насобираешь, чтобы это было рентабельно, понимаешь? Суть. Да. Так. Чуваки носятся, блядь, шалевшие. Ну. То есть если ты хуя там запрёшь, то как бы окупится. А взломать можно все что угодно. Тем более твой дом, короче, который даже ломался, он уже криво построен, короче. Угу. Уже как бы не очень там всякая хуйня. Если идеально строить, надо 1 000 000 ячеек, короче. Сначала 1 000 000 ячеек в ширину, потом в длину, блядь, можно больше. И везде, короче, двери. И так, чтобы там, между, к примеру, последней самой высокой комнатой было... И тобой, может, было, ну, 40 дверей, короче. Ты, конечно, заебешь туда идти. Но и они заебут туда взрывать идти, короче. 40 дверей — это 84, короче. Да. Да, то есть, ну... Бля, по мне шмаляет, сука. Так, я будочку сейчас поставлю, чувак. И можно будет лутать тут пенять. О! Сейчас меня убьют, блядь. Так, чувак, я будку поставил. Чувак с пистолетом почему-то решил, что я его, блядь, этот нахуй. Решил, должен умереть, блядь. О, все, я тут будку поставил, спальник кинул. Пойду теперь на это самое. Ох ты, блядь. По тебе шмаляет? Нет. Ну скоро будут. На заводе, что ли? Это рядом со мной. Ебать, заливаю. Ёбаный стыд, чувак. Ой, я слышу, даже бегут. Сейчас чувствую, меня будут убивать. В доме. Я дверь поставил, сижу. Спрятался, блядь. Я сам около дома, тут кто-то побегал. Ебать. Ебать, у него патрон. Сели, спрятались. Терпилы. Дайте только на завод сбегать, сука. Разжиться. Это весело, да. Тут уж палит очередь. Чувак, пинг. Ебали. Теперь даже не высунется. А хули, высунись, и тебя прибьют прям сразу. В смысле? Это вот эти вот на двухсорчатых, короче, заливают. На двух башнях, короче, железных этих, блядь. Mm-hmm. Они, походу, активную жизненную позицию заняли. Стреляем все, что движется, блядь. Не дать ничего полутать с завода. В принципе, тебе можно другой заводик сбегать. Тот, понимаешь, по той стробой. Там, кстати, и частенько рисуется всякая... Ну, нужная хрень. Там, кстати, я тоже в эти будку ставил. На заводе. Че, пойти сбегать? Ебать, там флайеры горят. Да? Там прям на заводе? Да. А, да, вижу. Сейчас лес поставим. Понакидали, подсветили. Он, походу, чувак побегает.
Я тоже кину, блять, у меня тоже есть один. А ты на заводе? А, ты на скале? Да. Я вижу тебя на какой-то скале. И вот ты забрался. Я там видел, чувак бегает с фонариком, он себе же светит. По заводу. Ёб твою мать. Да, на завод лучше не ссылаться. Как-то что. Ебать, там флэр угорит. Весь завод облутали. Все пообнесли, ну чисто этого нет людей. Как-то. Стрела? Ты выстрелил, да, что ли? Да. О, вижу, чувак пошел в дом. Чувак одетый. А где мой дом, мать его? Темнота, друг, молодец же, блядь. В темноте свой дом не вижу. Это спонс. Я тут тоже назад побежал. Там, кстати, домик. Сейчас попробую пароль там. Блять, нихуя не вижу. Приходи на горку, хотя там пару них, кстати, не поставил. Забыл. Не ты с факелом? Нет. Значит. Я так нормально вижу. Бля, это типа бочка, она как костер. Понял? Сегодня мы с тобой бомжуем. Все, если что, на заводе есть домик. Пароль такой же. 7894. Там рядом совсем где-то идем. Ну, он на этом... Там и на этом самом, как он. И на горке он. Далеко, но на углу. И на самом заводе прям домик маленький такой стоит за зданиями. Не ошибись, а. Как идти в нашу сторону? Он прям там стоит. Чуваков убивать вообще за хуйню, блядь. Ничего нету, блядь. Ебанутый сервер, да еще лагает. Эй, что за лаги-то, ебать? Я думаю, на заводе все облутали. Вон чувак какой-то стоит. Здоров, чувак. Че ты не такие, блядь? Противотанковые ежи, что ли, блядь? Да нехуй ты делать, блядь. Я говорю, это воевать надо. Забирать это. На заводе все пооблутали, суки. Нет, там взять нечего. О-о-о. Чё это он шмаляет? Мне кажется, надо джекпот, нахуй, ёпта. Чё там? Metal Foundation, Metal Door. Всё, это ты где нашел? Чувак тут лежал, спел, спал, короче, там на земле. Я решил тут скрыть домик недалеко от завода чей-то. Посмотрим, чё тканец у чувака. Но. Три чемодана подряд лежат. Ну там кто-то заливал, вообще жесть прям. Как начали шмалять. Один. Прям все, два чувака шмаляли какого-то очередями. Ну поняли, что тебе нечего. Надо ебашить. Ну давно это поняли. Халупу поломал. В халупе ничего. Тут тоже шкирился, походу. Так, я предлагаю сейчас пойти тогда пробежаться с утра по ресурсам, есть ли там какие-нибудь нету. Чувак убежал.
Ай, ресурсы шрик, блядь. Чтобы это, как его, хату достроить. Обезопасить, насколько это можно. Ну, чтобы ее достроить, нам нужно миллион дерева, блядь. И миллион и металла, короче. И миллион дверей построить. Я не знаю, где ты столько ресурсов возьмешь. Возьмем. Это процесс не одного дня, короче. Так, надо еще одну будку построить. Ну или тогда побежали, сбегаем на заводы. Полутаем. Да я с чем занимался, этим так делаю это, не? Я помню, интерсинал упал на завода. Так я говорю, я не понимаю, зачем я это делаю, блядь. Мне все это берут все равно. Придут твой дом, взорвут и все вынесут, все заберут, блядь. Нахуй. Нужен ствол, но надо ебашить. Работаешь на этих людей, короче, блядь. Они потом будут пользоваться этой хуйней. Ты сейчас уйдешь на 3 дня на работу, блядь, и все, нахуй. Да. Нет. Ты уйдешь на 3 дня работы, а играть будут с тем лутом другие, блядь. Ты его даже не используешь, нахуй. Себе его хотя бы это заюзать на полную, там, я не знаю, пушек наделать, пойти и башить. Да, ну можно было бы тут оборону построить, чтобы это активную. Чтоб какие-нибудь там самострелы ебашили. Или боты стояли. Может потом это будет вкусно. Что-то я слышал, хотят каменные дома какие-то вести. Ну это логично. Ребят, вокруг наших домов, блядь, дохуя народу. Можно стволы взять и отстреливать всех. Чтоб тут не бегали, не выебывались. Мне нужна хавка. Где хавка, блядь? Хавки нет, что-то быть хуели. А, во. Я ж помню, тушняк был, блядь. Эти ресурсы веснулись, чувак. Они, походу, один раз в день здесь свисаются. Угу. Это как бы не очень, на самом деле. Заебешься туда строить. Не, ну я, блядь, отстрел, насобирал сегодня. Так, домик пока оставлю. Выбегаю быстрее, добываю прям везде ресурсы, чувак. Сейчас все подобудут и опять будешь лапу сосать. Да я же бегу. Че ты такой голодный, блядь? А ты когда же бьешь? Жрать хочешь? Это тушняка сожрал, чем еще надо, блядь? Мало. Лучше жареную оленину. Мясо, мясо, мужики хотят мясо. Блядь, у нас дом на шутки ем, кстати. Вот что ли? Чаще звук начну нарать. Сейчас надо сбегать, батя там жарить что-то. Так, это не наш дом, блядь. А ты говорил, это тот, который дальше надо бежать. А куда дальше бежать? Ты посмотри, там. Да там на углу должен быть домик. Ну эта игра ничего не меняет. Кто-то нагибает. Кто-то, блядь, беги ты нахуй, блядь. Зомби ебаный, блядь. Кстати, походу... как я зомби вообще убивает? Мне ни разу еще зомби не убил, вот я говорю, блядь, наверное. Какой-то резкий зомби был. Блядь, ебаный рот. Лес нахуй, он одинаковый, блядь. Где эта хата, еб... Сейчас приду. Нет, не то. Блядь, я заблудил. Ну иди к нашему дому, он стоит низенький в самый. Его особо и не увидишь. Блин, вот это что-то не знаю. В нем 3 этажа или сколько? Да. Ну быстрее, я его нашел. Ебаный подтажный особняк. 100 еды, 100, 130, 120, быстрее! Ну, чуваки, типа, дорываемся до хавки. И жрать, сейчас один, я даже позвал. А, ну чё, ты быстро не умрешь, один хуй. Тебя пока жизни будут отниматься. Жри батончики. И чувак лазит. А, мусора! Вот там уже, блядь, поход на зону. Чувак такой аккуратно идет такой боком, меня пасет. Бокоход, что ли? Mm-hmm. Знаешь прикол про бокохода, блядь? Нет, кто это? Кто это? Кто это? Погода.
Чёрт, боком ходит. Так, надо забаши вниз, наверное. Ладно, пойду я, короче, сейчас подожду, чувак. Не знаю, я тут пока постою, ладно. Давайте. Дерева нет, нифига нету. Как жить после этого?